Неожиданное признание сделал Александр Шестаков, дядя замерзших в бане двоих детей. Трагедия произошла в одном из частных домов Читы, когда 2 января в бане были найдены трупы мальчиков 4 и 5 лет. Серьезные обморожения также получили их младшие сестренки. Следствие инкриминирует Шестакова убийство племянников. По версии правоохранительных органов, мужчина запер детей, потому что они мешали распивать ему спиртное. Однако обвиняемый не согласен с данной версией. Он утверждает, что подписал явку с повинной под давлением родителей детей. Женя, пиши и все. Пиши, говорит, на себя, пиши, говорит, на мать. Тебя, говорит, все равно не поставят. Почему? Ну, это Женя так сказал, не знаю. Пиши на мать, а я себя не сидела. Тебя, говорит, а на мать, говорит, пиши нахуй. Вот ну, что делать? Там написала, роспись, говорит, поставь. Ну, роспись поставил, они ушли. И милиция приехала, потом забрала опять. Конечно. Так а зачем на себя-то взять? Так а я не знаю. А я то, что мать пожалела тоже. Вся эта неблагополучная семья проживает в одном доме. По словам соседей, родители погибших детей Татьяна и Евгений постоянно пили, оставляли своих 4 детей без присмотра. 8 дней вообще ее не было. Она к подруге уйдет за ингаду, елки продаст, 700 рублей получит, а каждый день 700 рублей давали за елки. Ну, хозяин. И за ингаду к этой, как Сане, как Сане, ну, подружка, подружке. И туда. Там, в общем, домой она не идет, как дети, как что, ничего не знаю. Знаешь, что со мной они? Врачи первой городской больницы 3-ю неделю борются за жизнь 3-летней Ксюши. 23 января ей ампутировали голени. Теперь девочке, ставшей инвалидом, грозит детский дом. Ее годовалую сестренку выписали. Органы опеки теперь через суд добиваются лишения Татьяны и Евгения родительских прав.